Друзья мои, всем здравствуйте! Вы находитесь на канале «Я верю в чудеса» и с вами Марина. Я обещала вам снять тестирование одной своей покупочки. Я давала анонс на эту покупку. Это вот такой вот скраб от компании «Новосвит». Так, я, наверное, очень высоко подняла видеокамеру. Давайте немножечко сейчас пониже сделаю. Или, я не знаю, может быть, не надо. Значит, так, скраб от компании «Новосвит» «Манго». Скраб для тела, не содержит красителей, со скорлупой грецкого ореха. Значит, нам производитель, что обещает, обновление, гладкость и сияние кожи. Здесь 180 мл. Изготовитель «Москва». Россия, Москва, да. Так, ну, давайте посмотрим, что это такое. От этой компании у меня, по-моему, нет, есть. У меня есть спрей для лица. Я вам потом покажу, тоже сделаю обзор. Значит, так, давайте посмотрим. Я когда зашла в магазин, хотела понюхать. Я думала, здесь фольга. Фольги здесь нет. Значит, скраб закрыт вот такой вот, как это сказать, мембраной такой, да? Так. Значит, он, знаете, как желе. Вот если его вот так наклонить, вот он чуть-чуть вот не как желе, а, ну, все равно такой гелеобразной формы. Есть такие скрабы, которые немножечко потверже. А этот все-таки... Такой вот он жиденький. Значит, пахнет прямо чистое манго. Прям настоящее манго. Угу. Косточка здесь от грецкого ореха, скрабирующие частички. Так, сейчас. Свет немножечко вот так сделаю поярче. Значит, мелкая... шкарлупа от грецкого ореха. Вот здесь вот он не так льется, не так стекает. Давайте теперь посмотрим. На запах пахнет приятно, но знаете, иногда, конечно, прямо до такого, до приторности. Значит, я туда, наверное, пальцем не буду лазить, я вот отсюда. Здесь вот тоже его много. Вот такой вот он гелевый. Знаете, мне просто интересно было, вот есть гели, скрабы, которые пенятся. Значит, вот так вот он выглядит. Хорошо, мне не нравится подсветка. Сейчас, секунду. Так, я немножечко так свету прибавил и немножечко сделал так, чтобы пониже видеокамеру опустил. Значит, по консистенции, я уже, честно сказать, вся в этом... скрабе. Значит, смотрите, вот такая вот консистенция вот у него. Сейчас, секунду. Видно вам или нет, я не знаю. Знаете, вот есть, я не знаю, говорила вам или нет, есть скрабы с пенящимся таким составом. Здесь, не знаю, здесь нужно пробовать с водой. Но он приятный такой. И, кстати, я немножко тоже, вот когда купила, я пробовала на пальчике, точно так же вот разносила. По поводу скрабирующего эффекта. Но здесь, наверное, скорее всего, вы знаете, вот он такой, как сказать, оседает. Вот эта вот часть скрабирующих частиц, она оседает, я так понимаю. Потому что скорлупки, они все-таки, наверное, все-таки оседают на низ. И приходится, наверное, чем-то ложкой или чем-то перемешать. Потому что сверху получится как гель, а снизу получится вся вот эта система. Значит так, в итоге, вот я стараюсь возюкать по пальчикам. Получается что? Мне так кажется, если он бы пенился, он был бы белый, как вот скраб от Faberlic. Есть там сорбет. Лимонный сорбет или лаймовый сорбет. Здесь нет. Знаете, я пробовала. Значит, этот гель... Ой-ой-ой, я вся замузюкалась. Ой!
Ладно, потом все подчистим. Так, чтобы вам красоту-то было видно, я вот так давайте буду держать. Значит, в итоге что? Очень остается хороший такой отдушка такая, аромат остается хороший, приятный такой. Ароматизация такого тела на какое-то время. Но я вам скажу, на долгое время хватает. Значит, вот я пытаюсь, думаю, что получится что-то вот отскрабировать. Я не знаю, мне так кажется, он все-таки хоть и с хорошими частичками такими абсорбирующими, но в итоге, мне так кажется, он шлифует плохо. Здесь, скорее всего, здесь нет такого шлифующего эффекта, знаете, допустим, вот как соляной скраб, да, или сахарный. Здесь вот я сколько тру, здесь, скорее всего, будет эффект увлажнения и гладкости достигаться за счет того, что увлажняющие компоненты здесь присутствуют. За счет вот этого гелевого какого-то там компонента, мне кажется, все-таки будет больше. Вот смотрите, все. Он впитался, этот гель, и все. Я даже вот сравниваю, да? Ну да, скорее всего, здесь вот именно за счет того, что именно увлажняющие частички вот какого-то геля. Вот и все. Так, сейчас пойду смою, сейчас расскажу вам свои ощущения. Секунду. Так, ну что я вам скажу? Итог какой? Значит, я пошла, смыла этот скраб. В итоге получается, что захожу в комнату. Во-первых, пахнет от рук. Да, от рук пахнет. Очень хороший аромат стоит прямо в комнате. И в итоге что? Да, была я права. Все-таки, когда смываешь вот этот вот гель, он очень такой вот как скользкий получается. Но в итоге, да, мне так кажется, все-таки будет лучше тут работать скраб от того, что здесь заявлено какая-то гелевая. Так, а что здесь? Я здесь все не по-нерусски. На всех языках мира, кроме русского. Так, да. Вроде все по-русски. И должны были состав написать по-русски, а здесь все по-английски. Ну, если кому-то важно, вот состав, я приближу. Так, вот посмотрите. Так. Ну, скраб больше, наверное, мне кажется, как какая-то игрушка. Потому что именно как настоящий скраб, мне так кажется, он не работает. Я не могу сказать, я не была с этим скрабом еще в душе. Но судя по тому, что все равно, допустим, вот если сравнивать эффекты, я с одной рукой, с другой рукой, я эффекты такого прямо не ощущаю. Да, скорее всего, наверное, все-таки он будет за счет своих вот увлажняющих средств работать. Так что вот так. Пишите, у кого такой скраб был или у кого есть. Пишите свои ощущения, как вам понравился или нет. Может быть, еще там какие-то скрабы из этой компании. Для меня это новинка. Я не знаю. Я первый раз вижу такие скрабы. Мне понравилось. Я взяла. 99 рублей стоит. Магазин Пятерочка. На этом, наверное, все, мои хорошие. Хотела с вами вот поделиться. Вот. Ну, конечно, черная баночка и красивая такая желто-зелено-белая этикетка, конечно же, она привлекает внимание. Конечно, хочется купить. И вот такой сладкий привкус манго, естественно, работает, да, рекламный ход. Так что захотелось прикупить. Так что так. Ну, на этом все, наверное, мои хорошие. Спасибо, что были со мной. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Я говорю, как всегда, увидимся в следующем видео. Пока-пока.